Я уверен на 1000%, что невозможно подписаться и поставить лайк за 3 секунды. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами есть Юрка и Димка, мы в GTA 5, а это, ребята, рубрика «Битва воришек». Привет, народ! Сегодня, ребята, мы приехали в район Трудяк. Именно здесь, по моей информейшн, вроде как должны быть дорогущие тачки, потому что приезжал как бы мэр, и сюда, по идее, приезжали еще какие-то мажорики. Поэтому, ребята, возможно, мы как раз-таки все это сейчас достанем, найдем, украдем и так далее. Надеюсь, что информатор меня не обманул. А также, ребята, на все про все у нас будет 5 минут. И самое главное, ребята, это не попасться копом. Вы обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, давайте-ка наберем 3000. А также, ребята, не забудь подписаться на мой телеграм-канал. Там мы можем с тобой пообщаться тет на тет, а также со всеми подписчиками прямо в одном чате. Ссылочка будет в описании, я тебя жду. И также не забудь подписаться на мой стрим-канал, ссылочка также есть в описании. Все как бы просто, поэтому, братишка, для начала нам нужно выбрать байки, которые здесь 8 штук, и тебе первым будем выбирать, на каком Давай. Байке ты будешь воровать эти тачки. Поэтому назови число от 1 до 8. Ответ 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, у тебя получается драгстер оранжевый, такой прикольненький байк. Осталось байка все меньше, ребята, всего лишь 7, поэтому давайте-ка выберем байк мне. Назови число от 1 до 7. Это 6. А мне получается, ребята, это байк из Arena War. Получается неплохой вариантик, ребята, я предлагаю тогда сейчас заготовить эти байки, и сейчас мы начнем. Друзья мои, мы готовы на все про все, как я уже сказал, 5 минут, поэтому погнали, желаю тебе удачи. И я поеду, пожалуй, в эту сторону. Ага, пусто. Тут пусто. Ребята, я, конечно же, бы хотел еще провести маленький соцопрос среди всех, кто сейчас смотрит мой канал, а точнее этот ролик. Давайте-ка сразу проверим наш гараж. Гараж пусто, понял. Я нашел огненную тачку, и это огненный Камарос, братишка. Офигенно просто. Так вот, ребята, соцопрос заключается в том, напишите, пожалуйста, какой у вас процессор на компьютере дома. Вот реально, вчера был такой вопрос, как раз-таки у кого какой процессор. У меня, допустим, i7, у Юрса, по-моему, i9, да? Правильно? Или ты нет? Нет. Или ты не успел апгрейдить? i7-8700K. Ага, вот, как бы. А какой у вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне было бы интересно узнать, потому что я планирую апгрейдить когда-нибудь компьютер в ближайшем будущем, поэтому нужно знать, что, кого, куда и как. Такими ценами, ну он нахер пошел. Я упал, к сожалению. Но ты прав, да, поэтому... Я успел штуку по дешевке, поэтому... Да, видеокарта, да, ты прав. Да боже, да отъедь ты! Да отъедь ты, говорю тебе! Ох ты, петушара! Да подожди, только не скинь меня. Отлично, все, да меня жилетка пыталась как минимум украсть мой байк. Вот что могу сказать. Я нашел очень одну прикольненькую тачку. Это получается баги. Это баги, братишка. А вторая у меня уже на базе, поэтому. Что такое у тебя? Сейчас я вам помогу. Смотри, смотри. Ауч! Подожди, смотри, 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 смотри. Я догоню тебя! Стой! Куда уезжаешь? Куда уезжаешь? Вот так вот тебя, понял, да? Что? Вы тоже видели? Он как будто как кот получается. Если кота подкинуть, он всегда упадет на лапки. И этот упал на колеса. Что, блин? Максимально было странно, но да ладно. Понимаю. Поехали тогда, ребята, далее за следующей тачкой. Как минимум, я бы хотел что-нибудь интересненькое найти. Может быть, в этой части района. Пока ничего такого дорогого я не нашел. И всего лишь только две тачки я пригнал. Тут пусто. Тестера тоже у нас пусто. Понял, принял. Я нашел, короче, Что? Что? Стив, это ты что ли? А ну-ка подожди-ка. А ну-ка, дайте-ка вот этот реквизитик мы заберем. Вау, вау, вау. Я нашел кирку алмазную. Или же даже бриллиантовую получается. И кстати говоря, я нашел еще бриллиантовую как бы тачку, братишка. Офигеть просто. Это что получается? Я типа тачки Майнкрафта угнал что ли? Серьезно, откопанные получается в той дырке. Ну допустим. Окей, третья у нас уже на базе. Поэтому, ребята, погнали сразу за следующей. За четвертой мне это уже нравится. А вам, ребята, кстати говоря, напишите в комментариях плюс в чат, если хотя бы раз запускал Майнкрафт. Вот серьезно, блин. Играл ли ты в Майнкрафт? Если да, то напиши, сколько по времени вообще-то играл. Вот это мы заберем, пожалуй. Да-да-да. Изумрудную Бугатти, братишка. Старую, правда? Да, Бугатти, нормально. Да, при этом изумрудную. Это, короче, чтобы ты понимал. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, пойдет в любом случае. Я так полагаю, ее давно закопали, как минимум, потому что она еще, не знаю, 80-х годов, если не больше. И вот только сейчас, походу, откопали. Пойдет, как бы, да. Я какой-то дрифт-гелик угнал. 4 уже.
Серьезно? Мне надо еще одну тачку угнать. А, в том направлении. Поехали, ребята. А, ты этот желтый, это, по-моему, новый! Ну, вообще, ты что творишь, блин? Такие... Больной, что ли? Вали отсюда, пока я тебе колеса все твои не порезал своей киркой. Понял, блин? Так, все, поехали, как бы, ребята. Главное сейчас забрать вот этот очередной последний реквизитик, который здесь стоит, да? Вот этот вот. А, я, чтоб ты понимал, братишка, угнал так тихо. Здорово, здорово, я на второй... Да-да-да, конечно, двор. Конечно, второй двор, да, конечно. Так, вот так вот садись, пока не видит этот фуфел. И поехали, ребята. Я угнал, братишка, чтоб ты понимал, бриллиантовую, изумрудную и золотую тачку прямо из дырки. Я не знаю, откуда они ее выкопали, какую-нибудь шахту, походу, достали, нашли. И нашли как раз таки три тачки, которые я и угнал, ребята. Нет, дорогущая Бугатти у меня, она старая, а все старые Бугатти очень дорогие. Так, и при этом у меня пять тачек. Кстати, это неправда, ты же сам знаешь. Почему же? Ну, Бугатти классика не такая дорогая, как новая тачка. Ну ладно, да, главное не это. Главное то, что я угнал офигенные тачки. Офигенно. О, я нашел водную тачку, грубо говоря. Тачку воды. Это элементаль или нет? А ну-ка. А, это обычная, ребята, тачка, поэтому ничего страшного. Поехали. В любом случае тоже пойдет. Хотя, что она тут вообще делает? Сиан, как бы. Сиан, что он тут вообще делает? Скажи, пожалуйста, я вот вообще этого не понимаю. 4-6, еще две тачки надо найти. На запчасти, но тоже как бы неплохо. Окей, поехали тогда дальше, ребята, за следующей машинкой. Я надеюсь, что что-то здесь интересненькое мы еще можем найти. Я, видимо, не там катался, искал, не там, так пусто. А, тут все пусто. Понимаю. Неприятненько. Да ёп! Пусто. Понимаю. Короче, давайте-ка вот этот лучше байк заберем. А он точно не поломанный. И знаете что? У меня есть кое-какой вариант сейчас перепрыгнуть на вот эту парковку, друзья. На эту парковку, реально. Вот так вот, ребята. Просто по красоте все работает. Ем. Отлично, ребята. Нашли очередную машину. И это, грубо говоря, седьмая машина. Осталось всего еще одну найти. По времени мы, в принципе, успеваем. Парк сгонять за тачкой. Да? Ну да ладно. Да я тоже знаю, где последнюю тачку заберу. Вообще не переживаю по этому поводу. Гэддер нашел, так а я вот тут оставляю наш додж и поехали за последней тачкой, да. А что у него под капотом, если это 300-ник Гэддер, который едет? Что там вообще? 400, что ли? Неплохо. Так, ребята, я надеюсь, что здесь никого не будет, поэтому мы по-быстрому заберем вот такой вот обычный гелик. Здорово, мужики. Я на работу устраиваться. Ага. Сейчас прям, нахрен мне ваша работа, если я тут одну тачку угоню и сразу миллион тысяч долларов заработаю. Аккуратно, ребята, миллион тысяч лет. Пока никто не видит. Сейчас пройдет. Все отлично. Поехали. Ой, мужик, привет, прости. Копы! Блин, спалили меня! Копы! Ладно, ничего страшного, ребята. Время просто вышло, больше 5 минут, поэтому и подъехали копы, о чем я и говорил, ребята. Пока что одна звезда, поэтому быстренько смотрим. Из дорогих у меня Сиан, конечно же, это дорогая Бугатти. Что творишь? Ты что творишь, блин, а? Ты что творишь? Где тут твоя Бугатти, говоришь? Да, Бугатти у тебя, сейчас я алмазной киркой поломаю. Надя, понял, понял, на тебе, короче. Из дорогих у тебя это Бугатти, и то поломанное, а больше ничего такого дорогого и нету. Поэтому, ребята, был в комментариях, напишите, кто зарабатывает. А мне, кажется, пора валить, ребята, потому что здесь сейчас будут куча копов. Вот так вот, алмазной киркой. Отлично, ребята, все, погнали, позже пройдем ряд испытаний. А я пока что на как раз таки завод отправлюсь. Тут как раз таки спрячусь, тут все на одно лицо. Ребята, наше первое испытание, это получается автопилот, ребята. Здесь у нас Чарджер против Камара. Интересно будет посмотреть, кто же все-таки победит. Поэтому прямо сейчас мы запускаем автопилот. Ехать нам 2,28 километра, поэтому 1, 2, 3, поехали. Отлично. У меня прям хорошо стартанул. Что-то просигналил. Не знаю. Я не знаю, но у меня прям хорошо. У меня, видимо, он дерзкий, ребята. Автопилоты вообще подразделяются на дерзких и... терпила. Если у тебя терпила, это очень прекрасно. У меня вроде как дерзкий. Посмотри, что творит. Ты посмотри, что он творит вообще. Офигеть. Главное, чтобы сейчас еще тут дерево не врезалось. Точнее, в столб этот. Ой! Ты на приколе? Молодой, блин. Молодой. Ты куда? Это я называю, да выеживался. Он что творит вообще?
Не знаю. Я вообще не ставил его. А ты откуда едешь? Ты что творишь? Он у меня с моста спрыгнул, что? Он с моста у меня спрыгнул. Я, короче, на 2 его поставлю, потому что это бред. Он тупо на месте стал и все, больше никуда не поехал. Он, видимо, с моста спрыгнул и потерялся. Да поехали ты уже, давай я... Да у него конкретные беды за башкой, сука. Ударился об столб, потом еще нахер поехал в неправильном направлении и слетел с моста на скорости. Да поехали я ты. Я тоже в столб врезался, братан. Ой, фуфлина, да нахрен ты его ждешь? Да поехали, да давай, право, да, газу, 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 топи. Топи, сука, топи. Поехал, наконец-то. Ёпста. А тут очередная тачка. И мама меня, короче, терпила. Какая-то агрессивная терпила, на самом деле. Если бы с моста не спрыгнул, было бы поприятней. После моста, мне кажется, у него немножко приубавилось. Да у меня тут тачка немножко приубавилась в объемах, как минимум. Так, погода, что ты творишь, больной? А у меня на каждой кочке... Он вообще по дорогам едет. Он людей сбивает. Что? Что? Чтобы ты понимал, он вообще по дорогам едет. Он тупо едет, ну, короче, кстати, по тротуарам. Просто по тротуарам. Это просто же. Ты видишь, что он творит? Ты видишь, что он творит? Ты что творишь, блин? Ай, короче, ребята, да, балл, естественно, тут за тачкой юрца. У него все-таки, как говорится, тише едешь, дальше будешь. У меня, естественно, минус тачка. Нормально ехал, тоже быстренько такой на выездах был. Ну что ж, друзья, первый балл за Юркой. Мы отправляемся на дерби и сейчас будем отыгрываться. Но было весело, ставь лайк, если тебе понравилось. Ребята, мы готовы провести наше второе испытание. Два гелика и дерби. Поехали, братишка, поехали. Попробуем тебя столкнуть. Я думал, ты рампу возьмешь. А я думал, ты... Блин, мне кажется, со столкновением вылетишь? Проблем вообще не будет. Я тут по дрифте. Салаты. О, видел, да? Да, вижу, у меня тоже не особо-то. У меня тоже такая прикольная тачка, конечно, но дрифтует. И она очень быстрая, вот но... Вот это мне понравилось. А мне нет. А вот это мне вообще нравится. Тихо. У тебя полноприводы, вообще нехорошо. Да, есть такое дело. Нет, 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 да серьезно? Черепашка. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, это просто, это сейф. Что такое, я в тебя врезаюсь? А, ты впереди, ты меня телепортнулся у меня, ты телепортнулся, короче. А, ну поэтому ты не... Где ты? В смысле, ты же у меня упал. В смысле, я здесь? Ты у меня упал. Здесь, я не поеду. Я и поэтому... Короче, понял, давай, окей, продолжаем тогда. Я думал, ну, ты у меня понял, упал, поехали. В бочину херачу, а тебе похер, то есть торсихрапа. Ты у меня тупо жестко. Упал, а сейчас? А сейчас? Сейчас, вот сейчас упаду, да. Окей, 1-0, ну ты меня раньше упал, я еще и отлетел при этом. И думаю, окей, как бы первый мой балл, а ты потом остался на месте. Что, блин? Поехали, вторая жизнь, ребята. Как говорится... Но, несмотря на то, что он, знаешь, он дрифтун, он прям прикольный. Пока. То есть, ну, он прикольный, да. Что это было, до сих пор я не понимаю, какая-то пинга и вопрос, ли я это, получается, спинговал, или же все-таки ты. Странно, однако, ребята, но балл мы заработали. 1-1 по баллам. Отправляемся, ребята, на смертельное наше испытание. Друзья мои, мы начинаем проводить смертельные шашки. Я напомню то, что нас ожидает прямая, оживленная ботами. Наша задача доехать сюда, развернуться, проехать сюда первыми. Кто первый, тот и зарабатывает балл. Все как бы просто, поэтому 1, 2, 3, поехали! И мать у тебя, он быстрый. Да, я что и говорю, я ты что ли, активное топливо туда залил, что ли? Ну ты примерно у меня так же на дадже ехал на автопилоте. И Макс лучше бы я дадже брал на это испытание, а сям туда. Не, ну я типа не отстаю, сколько у тебя по скорости? Ну 295 я видел. 250 максимум вижу. И когда бот, блях, муха, чё ты туда поехал-то? Ошибочка, приветствую тебя. Ты тоже ошибся? На смертельной битве. Нет. Понял. Я тебя подбадриваю. Слушай, а это на самом деле интересно, я первый раз на таком гоне. Серьезно? Ты зачем в него лоб поехал? Я думал, ты ошибешься. Думал, что я угла там, не-не-не. Я надеюсь, что ты врежешься, поэтому я тебя догоню. Я как бы недалеко-то. На уровне, я бы сказал, наверное, этого, перформант Хуракана, неплох прям. Ну, мне интересно, а что под капотом? Посмотри у него, что по паспорту вообще 312 пишет? У него под капотом. 312? Ебать, да. Это что за гетер такой прикольный? Я впервые его вижу, на самом деле. Плюс-минус держит дорогу, я тоже первый раз на таком. Ты можешь врежься? Поэтому я удивился. Я прям сзади, по пятам иду.
Ну, идеально. Ну, ботов, кажется, нету, да? Ботов есть, не было. Не, ботов дофига было, аккуратно проехал. Я понял. То есть ты чуть-чуть тормозишь, и этого хватает, чтобы маневрировать. Извините, мужики, девчонки. Тебе понравится. Ну да, и ради интереса я прокачусь, но типа, камон, это было обидно, потому что, ребята, я-то мог выиграть. Сян-то хорош. Я бы сказал, без шансов для тебя, он прям реально неплохой такой, мне понравился. Да, и каких 290? Сейчас разгонится, он кочегарит долго, но едет. Ну, еще выруливать надо, то у меня все... А, это пинга, что ли? То у меня всех ботов снес нахер. Нет, я нормально еду. А что не... Ну ладно, 290 он едет, хрен с ним, да. Да, он и 300 поедет спокойно, он драги. Ой, а что с ним? А что с ним? Это как? Он у меня вылетел просто с трассы, видал? Ну это может то, что я сижу, может рассихрок. Ну хрен его знает. Я же... Он жив. Он был жив, и пока ты его не пернул ему под нос. Понятное дело, что упадет и будет спать. Ладно, ребята, в любом случае, мэтр лезет на третье ноже испытание. И четвертое. 2-1 по баллам. А, вижу, да. Серьезно, он притворился, что он мертв? Он просто валялся, да. Я же говорю, он испугался и спит. Короче, ребята, погнали, будем сейчас отыгрывать второй балл. Ну и следующее испытание, это прыжок в длину, ребята. Камарас против Титана. А, 50. Если как бы сказать то, что Камарас летает, то можно сказать то же самое и про Титан, который тоже летает. Я ударился. 1100 у меня было. Я ударился, я вылетел. Я по новой, получается, буду ехать. У тебя там как дела? Я на самом деле зацепился, но вылетел. Думаю, ну ладно, пойдет. Ну типа, если я 900 буду держать, допустим, выпрыгнет ли он? У меня просто 1100, он не прыгает. Во, все, 900 чистенько прыгнуло. Ну, ребята, я уверен в том, что был Камарас быстрее, чем Титан, и по полету он прекрасен. Камарас и, как видите, я долетаю, да, аж до Рублевки спокойно. И это не максимум, который мог бы быть. Это мой второй балл, ребята. 2-2 по баллам, и нас ожидает прямо сейчас следующее испытание. Поэтому погнали туда. Ребята, наше следующее испытание — это по стрелухе. Задача — просто взорвать машину оппонента и остаться в живых. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, все, поехали. 1, 2, 3. Что ты взял там? Я просто взял... Да, 3. Хорошего икса, кстати говоря, и... И, мать, ты очень хорошую Субару взял. Ой, уже потек, что? Да, я вижу. Может, ты взорвешься первым? Я тоже, я горю. Да, ты горишь. Я первый взорвался, тебе просто одна плевуха осталась. Наверное. Да, одна, да, оплевуха, да. Буквально секунда, и я бы тебя взорвал. Обидно-то как. Ладно, ребята. 3-2 по баллам, а мы отправляемся на заключительное наше последнее испытание. Давай. Ну а заключительное наше испытание, ребята, это съезд с горы. И здесь две легенды. Это, конечно же, Бугатти старого образца и, получается, Бугатти Вирон. Я, кстати, не помню, как вот это называется. Напиши в комментариях, кто шарит. 1, 2, 3. Поехали. Ну, зачем ты подсказываешь? Надо было проверить на знание и на то, кто досматривает ролики до конца. Потому что таких, мне кажется, вообще, походу, здесь, наверное, нету. Кто досмотрел до конца. Вот реально, если ты досмотрел до конца, поставь хэштег «смотрел». Ты и тогда там? Я пойму то, что за хворост ты досмотрел до конца. Да, есть чуть-чуть. Да не, по дрова, как минимум. Или за елкой, потому что зима ж скоро. Поэтому, братишка, надо елку в дом ставить. Да. Ё-моё, вчера ты так полетел. Вчера ты так полетел, слышь? Я молодец, не считаю того, что я по крышам, да, херачу. Давай, аккуратно, ребята, аккуратно, чистенько. Ну, либо так, как говорится. Уже хоть как-нибудь, ребята, просто я тупо задом финиширую сейчас. Я тупо поеду задом. Давай. Да, все, я доехал, грубо говоря. Это было потно, но Бугатти справилась, ребята. И она принесла мне последний балл. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Такая прикольненькая серия нас ожидала. Надеюсь, что вы поставили лайк. Всем удачки. Всем пока-пока, друзья. Пока, ребятки.